Вот сейчас прошли два боя. Я как бы их очень ждала. Все-таки хотелось проверить, получится у меня или нет продавать свое ясновидение на спортпрогнозы. Ну, вот такая ситуация получилась. Первый, значит, там негр и грузин был. Ну, я сама лично видела, что этот негр завалил этого грузина. Но по очкам победу отдали грузину. А я, значит, давала за негра. Теперь, в общем-то, следующий как бы бой я отдам этим людям, которые поставили на эту пару. Я отдам бесплатно прогноз на следующий бой. Это самое. Теперь, значит, а второй бой, вот как раз тот, который думали, что он проиграет, он как раз и выиграл. Вот я на него, в общем-то, и ставила. И там довольно-таки неплохой коэффициент. И вот во время вот этого боя, вот где был грузин и негр, я вдруг поняла одну вещь, что выиграет это одно, а судьи кого поставят, это другое, потому что явно выигрывал негр, а не грузин. Поэтому, значит, получается, что еще ясновидению надо задавать вопрос, а кому победу отдадут судьи?